Все дальше на север уходят буровые вышки нефтеразведочных экспедиций. Нефтяники Коми Республики достойно выполняют обязательства, взятые в честь 50-летия Союза СССР. К северу от Усинска на Вазейской площади ведется поисковое глубинное бурение. Здесь ищут нефть и газ. Опробование скважины проводит бригада молодого коммуниста Сергея Терентьевича Савченко. Бригаду хорошо знают на Усе. Недавно ей было вручено переходящее красное знамя Министерства геологии СССР. Инженеры и химики начали тщательное исследование свойств открытой нефти. Усинское нефтяное месторождение крупнейшее в Коми Республике. К концу девятой пятилетки отсюда пойдут миллионы тонн ценного продукта.